Ты похудел. С чем это связано? Тренируюсь. Извини, интимный вопрос, конечно, но... Нет, я тренируюсь много. Я снимаюсь в кино, играю боксера. До этого я никогда серьезно не занимался спортом. Мне нужно привести себя было в форму до съемок. И с декабря месяца у меня еженедельные тренировки, там по 12, по 15 тренировок в неделю. Это главная роль? Да, это главная роль. Я играю боксера, отрицательный персонаж. Это мой первый опыт в кино. Я впервые снимаюсь в большом кино. Как называется? «Правило боя» называется. С огромной честью досталась мне роль с Алексеем Горбуновым, с Анатолием Пашининым, с Владом Никитиком. Ты прошел кастинг или тебя сразу определили? Нет, мне позвонил режиссер. Определили. Я верю в знаки, я об этом очень часто говорю. Значит, как правило, все знаки, которые я вижу, они приводят меня к чему-то. И значит, вот мы ехали в автобусе с гастролей, и я к директору своей Юле говорю, что слушай, мне вот снился сон, мне кажется, что я хочу сняться в кино и сыграть отрицательного персонажа. Вот прям не хочу доброго играть, какого-то гопника или еще кого-то. Вот. И мы ехали в четверг, а в понедельник мне звонит Леша Шапарев, режиссер, и говорит, здравствуйте, это Леша Шапарев, я снимаю кино, я хочу, чтобы ты у меня снялся. Я говорю, ну отлично, мысль материальна. Ну и я пришел на пробы. Да, это были формальные пробы, они знали, что они хотят, чтобы это был я. Ну и, собственно говоря, потом попал в тренировочный лагерь. Ну, мне нужно было привести себя в форму, научиться боксировать. Вот, и сейчас снимаем этот фильм. Класс. Ну да. Нравится? Да, процесс. Очень. Процесс не сильно нравится, буду честен. Потому что я когда готовился к роли, мне казалось, что я такой прям вот сейчас буду играть. Вот, я ходил на актерские курсы, у меня был целый курс. Сейчас я начну перевоплощаться, да. Я побрил голову наголо, я сбросил 7 килограмм, я занимался боксом. Мне казалось, что это прям вот сейчас будет такая целая огромная роль, а все же эпизодично, снимается все эпизодами. То есть фрагментарно ты входишь в какой-то образ, нашел в себе кодировку, нашел какое-то чувство, которое ты должен сыграть, признаешься девушке Даше Трегубовой в любви в кадре, а это там длится 3 секунды, и потом режиссер говорит, там, дубль или там снято, или переставляем свет. И следующее признание через 20-30 минут, пока все переставят. И тебе снова надо возвращаться в это состояние, и снова там... Ну или с боксом тоже, когда ты думаешь, я сейчас в ринг буду становиться и там драться, вот, а получается там, так, левая, апперкот, переставляем свет. Ты стоишь, да, думаешь, дайте же уже под, ну, вот это вот чувство.